Сам Сергей Разумовский. Отчаянный закон бессилен перед этим людьми. Я пытаюсь сделать жизнь простых людей лучше, но вот это все бессмысленно. Ты готов пожертвовать делом всей своей жизни ради кучки зажравшихся ублюдков? То есть ты считаешь, что это сделало жизнь лучше? Это кошмар. Ему повторится. Давайте попробуем решить все это в мир. Ты хоть понимаешь, что ты не творишь? Я решаю твои проблемы жестко и радикально. Олег, послушай меня. Я прошу тебя. Нет, я тебя умоляю, слышишь? Отлично выступили, Альберт Адамович. Жаль, только не упомянули, как именно вам досталось такое шикарное место. Ты должен остановиться. Или я тебя остановлю. Ты знаешь, что эти обнаглевшие от безнаказанности твари пожирают наш город. И есть только один способ их остановить. Олег? Я тоже сперва подумал, что это Олег Волк, друг. Пока не знал, что он в фильме год назад погиб. Ты не был никогда. Ты же сам прекрасно это знаешь. А вот я был с тобой всегда. Всю твою жизнь. Все, кто причинял тебе боль, видит Бог.